Аня нашлась. Она провалилась в какой-то довоенный бункер, ударилась головой, потеряла сознание и довольно долго там пролежала. Совсем на нее не похоже, но, к счастью, все обошлось. Тем временем на «Авроре» тоже новости. Полковник приказал мне возвращаться. Еще и закусить на. Забашляю за тебя, хоть всю реку выпей. Не, не забашляют, некому. Сука, блядь! Помогите, царь рыбой, прошу, развяжи! Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил в дом царь рыбы пойти, а меня вот эти схватили. Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя, грех, а тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои.
Семен, мост все. Сектанты теперь на коне. Я четверть груза давал, и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной трясине я мотал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляю к тебе. Он письмо и отвезет. Дизель, сразу загоните братьям. Они нормальную цену давали. И берите тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуясь. Как остальные за мост узнают, любое корыто будет на вес золота. Но если быстро обернемся, отыграемся. Еще и с прибытком. Давай, Семен. Время, деньги. И тут, гляжу, прет на нас дура эта. Здоровая, ревет, грохочет, дым во все стороны. Я только и успел, что Господь сохрани сказать, а уже и всю заставу нашу разметала. Еле ноги унесли. Вот уж бесовство.
На живых людей паровозом ехать. Какой еретики? Мы было по ним дали из ружей. Да куда там? Такое и из пушки не сразу завалишь. А отец Силантий хоть и простил нас милостиво, а все же епитимью каждому свою наложил, потому как пост оставили, а оно грех. Во как! А тебя за что наказал? Домашка моя дура мне на спину кипятку опрокинула, а я ее по матушке обругал. Святой отец наш так и сказал, мол, бить бей, для брака полезно, а по матушке это рот свой пачкать да демонов призывать. И отправил вот рыбу удить, а оружия никакого. А, не бойтесь, место тут тихо, из людей сюда никто не заглядает. Разве что царь рыбы бывает кормится, да нам-то верным ее бояться нечего. Вот тут бывает. А я, то есть я-то не боюсь, ибо верую в Господа нашего, но и кормится тут. Да, но чья вера настоящая, того не тронет так, что не дреет. Правда, если вера не крепка, то это другое дело. Бывало, из берега утаскивала, напрыгнут на нечистицу, поминай, как звали. Вот так вот. А верный, как стоял, так и стоит, даже не обрызгало его. Сам видел. О, Господи, спаси. Ты смотри, кто пожаловал. А, еретик! Ишь ты, лампы бесовской не светит, ствол спрят. Свет Люциферов! А ну убери фонарь, грех это! Господь милосердный, убереги нас от коварства. Ишь ты, лампы бесовской не светит, ствол спрятал. Гляди, хоть и еретик, а все ж с человеческим обхождением. Понимание какое-то есть. Может, и не совсем пропащая душа. Да где там? Она у них, у еретиков, есть вообще душа-то? А ты глянь, какая бронь у него. Сразу видно нечестивая. Воином-подвижником бы этакую. Но только чтобы ее отец Силантий осветил сначала, понятно. Так мы бы бандитам этим пришлым ни за что бы не уступили, ни депо, ни вышку, ничего. Все наше было бы, в капусту бы их покрошили. Соблазн это! Соблазн техникой, могуществом ее! Все от сатаны! Это ты верно говоришь. А все ж таки...
Не шмаляй, сдаюсь я! Братан, ты это, не шмаляй!
Привет, Артём. Согласен. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо, не подведу. Привет, Артюх. Видишь, как все срослось? Артём, подойди. Садись. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь! Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Крестя не пущу, мы в четыре руки до утра с ремонтом проводимся. Один я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артём, займешься? Ну, Артём, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артём, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли, страшное дело. Из таких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий, что хочу сказать-то. Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артём, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артём, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики, под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артём, тут такое дело. Я для тихаря кое-что сделал, попробую установить. Верстак свободен. Ну, не буду задерживать.
Я сейчас на верстаке ничего не делаю, так что можешь работать, если надо. Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место, не иначе. Еще и Силанти этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. И вам, Степа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Дядя Артем, вы ведь на задание, да? Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста, а? Его демон украл. Летающий, страшный. А они там живут. Он демонятом своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда-правда, они ночью появляются и светятся. Красивые. Но тоже страшные. Немного. Артём, я ведь тебя так и не поблагодарила как следует за то, что ты меня из того подвала вытащил. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Спасибо, любимый. Ну, беги. Возвращайся скорее. И от радиации держись подальше. Артём, ты же к терминалу? Может, князя встретишь, у него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Удачи, брат!
координаты князя. Он в дозоре, мост караулит. Встретишься с ним, получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи. Слышь, Кузьмич, а ты не в теме? Что там за бригада новая подвалила? Чё за бригада? Ну, на паровозе. Ромка с Серым звонили, что у них там пушки и шмот. Это что там мне такое вообще? Зачем ты боишься? Братва, сутюшка на это! Пацаны, перезарядка! Наших козу и Валя! Сдаюсь я, сдаюсь! Не шмаляй только! Thank you.
Слышь, Сева, растолкуй мне, фиг ли мы чушков этих в клетке держим? Ну ты, блин, даешь! Мы тут чё вообще? Ну, караван чисто ждем. Видишь? И чё, блин, смотришь, еще дело говоришь? А мы тут чисто в резерве. Не суть! Чушки нас протекли бы, стуканули караванчика, и капец плану глыбы, а это сечёт, чем пахнет. Точно! И это если нам чисто фартанет, понял? Ну а чё мы этих тогда на месте не кончили? Алло! А как караван хлопнем, глыба сам на барже грести будет!
Так у них же буксир вроде. Куда грести? Так тут и... Кому шли мы? Нахера такая жизнь вообще? Эх, и лоса тут, реально козырное место. Да. Вот, это реальная тема. Глыба чисто реально круто. Брателло, а ты, блядь, эти чушки тут вообще шарились? Нас искали? Да какой? Они мне шарили, мол, недра пошли. Не, ну тут ты конкретно гонишь. Реально, брателло, они все четыре чисто долбанутые все. Электричество за собой нет. Чего вы, сука, приросли тут? Хоть бы что ли сходить туда, что такое выставить там здесь? Валить думали? Да. Известно как, крестным знамением и молитвой. Там полно шмуров их нет. Так и пацан, что думаешь, остальным вчера? Зажмурился, значит, не верил. Грешник не летит, значит. Сечешь? А ты думал, точно головой? Мы их на пике насадим, они еще спасибо должны сказать. Реально, им же лучше будет. Ах, мля, глюки сучьи! Вроде, сука, и ничего тут так, но, сука, делать нехер, вообще, мля! Посмотрим. Чё за хрен?
Так все задрало нахуй. Эй, парень! Выпусти нас! Это При! Мы в святой миг сошли Богу поклониться! Да-да! Нас эти нечистые пособники сатаны схватили! Открой, а! Не бросай, Питер! Не оставляй невинные души в беде. Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбина очищения приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Себя. Тебя ведь Силантий анафеме предаст. Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть? На их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Ну, дадим ему чуток оклематься и на мост с Божьей помощью. Да, волей его.
Ну здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост.
Артём, к мосту пока не суйся, подстрелят. Они там такие фортификации развели, крыса не проскочит. Thank you.